Дорогие друзья, я рада вас приветствовать в Доме-музее Николая Никогасяна, народного художника СССР, академика Российской академии, народного художника Армении, лауреата государственной премии, награжденного множеством разных орденов. Он всегда был очень гостеприимным человеком и был бы очень рад тому, что столько людей придут к нему в гости. В этом доме он прожил много лет, начиная с 87 года постоянно после смерти первой своей жены, и умер тоже в этом здании 10 августа 2018 года. И в нашей экскурсии мне хотелось бы рассказать вам о том, как маленький мальчик из далекой армянской деревни под названием Большой Шаграр, который пас буйвола в горах, как он смог достичь такого уровня в искусстве, как он смог построить этот дом практически в центре Москвы и еще при жизни открыть свой музей. И давайте поговорим об этом. Но сначала немножко о самом здании. Это здание было построено в 78 году, и было оно совсем другим. Оно было трехэтажным, и сейчас еще за колоннами мы можем увидеть ту старую часть здания. Здание было трехэтажным, как я сказала, и на три этажа было одно односветное помещение, в котором он работал над своими крупными памятниками. Собственно, и разрешили ему строить именно мастерскую в связи с тем, что он делал большие работы. В дальнейшем, когда уже ему стало больше 80 лет, он сделал вот эту реконструкцию глобальную, которую мы видим сейчас. А до этого, как и все армяне, любящие перестраивать и переделывать свое жилище, он перекрыл в какой-то момент это односветное помещение, потом сделал небольшую надстройку для занятий живописи. Но вот уже окончательно здание пришло вот в такой вид, в котором оно находится сейчас, в начале 2000-х годов. Автор реконструкции – архитектор Эразм Пипанян, близкий друг отца. И если вы посмотрите на наше здание с улицы, вы увидите, что верхний этаж имеет форму либо палитры, либо рояля. Я предполагаю, что, скорее всего, задумывалась палитра. Но сейчас, с развитием деятельности галереи, многим кажется, что здание похоже на рояль. Удивительным образом, как бы не ставилась эта цель, но в здании прекрасная акустика. И поэтому, помимо того, что оно является музеем Николая Никогасяна, галереей его работ, также выполняет функции концертного зала. И поэтому не случайно вы здесь видите рояль, видите зрительские места. Вчера у нас был прекрасный концерт, и мы играли Баха. И это огромное удовольствие смотреть на небо над головой, видеть отражение музыкантов в куполе. Эффект абсолютно неожиданный, но удивительный. И очень приятно, что это здание продолжает жить своей жизнью, принимает гостей, в нем звучит музыка, в нем говорят об искусстве. Итак, вернемся к тому, кто все это сделал своими руками – Николай Никогасян. Николай Никогасян родился 2 декабря 2018 года в селе Большой Шаграр Октябрянского района. Сейчас это село называется село Налбан. Его отец Баграт Никогасян рос в семье, где было много детей. Рано умер отец, и воспитанием и домом занималась бабушка Азиз, которая сыграла большую роль и в жизни маленького Николая. Баграт не был крестьянином, потому что, когда он еще был совсем юным, ему встать на ноги помог зять Азиз, муж старшей сестры. Он рано заметил, что у мальчика есть склонности, и помог ему заняться коммерцией. И Баграт постепенно открыл уже свое дело. У него в селе был магазин, он был зажиточным человеком, продавал галантерейные товары, ткани, хлопок. И
когда он уже достиг определенного благополучия, он поехал в соседний город Игдырь для того, чтобы найти себе невесту. В Игдыре ему советовали богатую невесту. Но когда он ее увидел, даже деньги не привлекли его. И он, очень грустный и расстроенный неудачей своего путешествия, пошел в какое-то питейное заведение, где встретил своего знакомого. Когда его знакомый узнал цель приезда Баграта в Игдырь, он сказал, что самая красивая девушка на выданье в их городе – Гайне Секуян. И ее брат в настоящий момент сидит в этом же заведении. Брат был маузеристом. И, недолго думая, показал Баграту свою сестру. Она была светловолосая, красивая, статная, увлекалась искусствами. И, конечно, Баграт в нее влюбился с первого взгляда, отдал 5000 золотых рублей и привез ее в деревню. Наверное, это была не та судьба, о которой мечтала Гайне, которая занималась театром, хотела выступать. Но получилось так, как получилось. В их браке родилось 6 детей, 3 девочки и 3 мальчика. И один из них был Николай Никогасян, средний сын. Детям давали имена царей: Александр, Николай, Людвиг, Елена. Но когда Николаю было совсем мало лет, пришла советская власть в Армению, семью раскулачили, и наступили очень трудные годы. Баграт пытался еще какое-то время заниматься коммерцией, но потом, конечно, уже он не мог этим заниматься, ему не на что было кормить семью. В какой-то момент он даже уезжает из семьи, чтобы овладеть как новой специальностью и спрятаться от большевиков. Семью раскулачили совершенно жестоким образом, и отец даже вспоминал, что соседи вытащили из дома медный таз и сказали: «Хватит вам в нем мыться, теперь в нем будем мыться мы». То есть унесли из дома все, что можно. Когда раскулачивали семью, долгое время не могли найти драгоценности. И тогда они спросили сестру Розу: «Девочка, а есть ли у тебя приданое?» Она радостно надела материнские украшения и вышла с танцами навстречу гостям, в кавычках, и украшения тоже были экспроприированы. Дед, как я сказала, ушел на поиски работы и какое-то время просто прятался. И Николай Коло, как его называли в деревне, он с самых малых лет и почему-то единственный из этих 6 детей чувствовал ответственность за семью и старался помогать бабушке Азиз как мог, несмотря на то, что он был большим хулиганом. И он пас буйволов. В своих воспоминаниях он рассказывает о том, как за плату в 50 яиц он соглашается спуститься в холодный колодец и достать оттуда ведра. И когда он довольный приносит эти 50 яиц своей бабушке Азиз, она, конечно, думает, что он их своровал. Он ей рассказывает всю эту историю, как он согласился доставать ведра, как ему было страшно, но он пошел на это для того, чтобы помочь семье. Тогда бабушка Азиз берет корзину с яйцами, приходит к тому крестьянину, который дал эти яйца Коло, и говорит: «Тебе не стыдно, что ты сына Баграта запихнул в этот колодец и по одному разбивает 50 яиц о его голову?» Ну, это трагикомическая история, но тем не менее всю свою жизнь и до последнего вздоха Николай Никогасян работает. Баграт был очень строгим человеком, очень жестким, но очень уважал и пользовался уважением других людей. Стремление ребенка к искусству он не поощрял. И в своих воспоминаниях отец пишет: «Мне часто задают один и тот же вопрос: в каком возрасте ты начал лепить? Когда мне было около 5 лет, отец вызвал к нам гончара и заказал огромный тандырь.
Я долго наблюдал за работой гончара. Он быстро и ловко вертел босыми ногами станок. Кусок глины преображался на глазах. Тогда у меня появилась идея. Пока мастер работал, я тайком утащил и спрятал огромный кусок глины. Первый раз я взял глину и стал лепить маленьких гусят. Я дал им высохнуть и покрасил белый цвет. Красными чернилами подкрасил клювы и предложил моим сверстникам обменять одного гуся на два яйца. Однажды отец увидел, как я вожусь с глиной. Он шлепнул меня по лицу так, что искры из глаз посыпались, и сердито сказал: «Еще раз увижу, что играешь с глиной, убью». «Убью» – весьма характерное для отца слово. С этого дня я бросил возиться с глиной. Конечно, Баграт очень тяжело переживал нищую жизнь семьи. И он овладел новой специальностью, он стал штукатуром, перевез постепенно семью в Ереван, и понемногу уже вырастали дети. Коля работал и в типографии наборщиком, и бухгалтером, и работал в театре художником, и учился. Параллельно с обучением в школе он занимался балетом и ходил еще в художественную школу. Занимался балетом он у педагога по фамилии Лисица и достиг определенных успехов. В какой-то момент ему предложили выступить в составе кордебалета в постановке оперы «Фауст». И вот его звездный час. Весь испачканный какой-то черной краской. Можно себе представить, в каком костюме черта. Он в составе кордебалета выходит на сцену. И, конечно, он приглашает своего отца посмотреть эту постановку. И когда дед видит своего сына, прыгающего по сцене в костюме черта, он встает во время спектакля, плюет демонстративно на сцену и уходит из зала. А Коле следует такой ультиматум: либо ты бросаешь это обезьяничание, либо ты уходишь из дома. И он действительно уезжает из дома. Он уезжает в Ленинград, но не в балетную школу, хотя уже имеет определенный опыт. Он уезжает вслед за своими друзьями-художниками учиться в Академию художеств. Еще хочется рассказать о Баграте, что он сохранил силу духа до конца своих дней. И, конечно, стремление отца восстановить позицию семьи во многом объяснялось тем, что он хотел дать Баграту снова почувствовать силу и некую респектабельность. Он построил дом в Ереване на улице Кочара. И это был последний дом, в котором жил дед. Прекрасный дом. Он часто сидел перед входом в дом. У него был сад, там был виноград. Он собирался делать вино. Но, к сожалению, он заболел. И уже будучи 83 лет, он покончил самоубийством. Для того, чтобы не переживать тяготы вот этого умирания от онкологического заболевания. У него был рак горла. И он пытался то сброситься с моста, то каким-то другим способом закончить эту жизнь, пока не решился броситься под поезд. И то, что его характеризует, для меня совершенно удивительным образом. Он оделся в праздничную одежду, пришел к тому месту, где он собирался броситься под поезд, и он оставил записку, в которой написал: «Мои часы я прошу передать машинисту за то, ну, как бы в благодарность за те переживания, которые будут у него связаны с гибелью человека под колесами поезда». И еще один характерный случай с Багратом. В какой-то момент он приезжает в Москву и каждый день пытается попасть в мавзолей Ленина. Мама никак не могла понять, учитывая его прошлое, всю его ненависть к советской власти,
Зачем? Зачем он ходит в мавзолей Ленина изо дня в день, рано утром встает, пытается туда попасть, стоит в длинной очереди, потом ничего не получается, расстроенный возвращается. Пока в какой-то день он не пришел совершенно счастливый и удовлетворенный. Он сказал: сегодня я попал в мавзолей Ленина. Я встал перед ним и высказал все, что я хотел. Я его выругал от всей души, и теперь я совершенно спокоен и могу уезжать. Вот такой был Баграт Никогасян. О нем можно рассказывать очень многое. Очень многое отец написал в своих воспоминаниях о нем. Есть такая книга, она называется «Пластика жизни». Здесь рассказы отца. И очень многое, о чем я вам сегодня рассказываю, он описал в своих рассказах.